Привет, меня зовут Данил через пробел, и вы смотрите видео о том, как я играю в Mega Man 5 на Nintendo. Mega Man 5 — это модификация игры Battlefield 3, разработанная специально для пациентов домов престарелых. И я записываю это видео со своей консоли Nintendo Entertainment System. Я никогда не использую эмуляторы, вы можете убедиться в этом, ведь никаких сохранений и загрузок в этом видео не будет. К сожалению, моя консоль немного подтормаживает, ведь игра Mega Man 5 выполнена на движке игры Battlefield 3. Этот движок очень требователен к ресурсам приставки, и выпущенная в середине 80-х годов прошлого века консоль немного не соответствует современным стандартам. Итак, как вы видите, я играю достаточно профессионально, хотя я не про-геймер, и в свободное от выращивания своего ребенка время я занимаюсь уборкой и кухарством. Так что даже ваша женщина в этой игре будет чувствовать себя как за мытьем полов в доме ваших родителей после того, как она напилась дешевого алкоголя и исполнила приватный стриптиз вашему отцу. Что можно сказать о самой игре? Экран за экраном наш голубой подопечный расстреливает роботизированных кротов. В принципе, на этой геймплейной схеме были построены большинство игр того времени, и все они были дьявольски сложны, но, как ни странно, у меня получается играть достаточно профессионально. Хотя я не знаю, как можно применить слово «профессионально» к прохождению видеоигр, ведь, насколько мне известно, никто не зарабатывает на жизнь прохождением видеоигр, этому нигде не учат и ни у кого нет такой профессии. А если бы такая профессия существовала, я был бы в ней довольно успешен. Посмотрите, как быстро я двигаюсь, метко стреляю и высоко прыгаю. Готов поспорить, что не каждый рядовой обыватель сможет так высоко прыгать в игре Mega Man 5. Вот, вы заметили, как ловко я увернулся от ореха, который кинул в меня зеленый робот? Я уверяю вас, не каждый способен на такое. Для таких фокусов вам потребуется реакция ниндзя. Итак, я ловко уворачиваюсь от врагов и подбираю большой желтый шар, который восстанавливает здоровье персонажа. Хотя я не уверен, можно ли использовать слово «здоровье», ведь главный герой игры — это либо голубой робот, либо голубой мальчик. А так как нам известно, что и роботы, и голубые — это не живые существа, то я думаю, здесь будет уместно использовать термин «энергия». Итак, я подобрал еще один шар, который почти полностью восстановил мою энергию, так что шансы пройти игру взлетели до небес. Я уверен, что пройду ее с первого раза. А пока я занимаюсь ее прохождением, вы можете нажать «Мне нравится», подписаться на канал и... Сука.